Скоро детей вообще не будет. Нигде. Правительство боялось не того, что случилось с теми, кто не выжил. Оно боялось нас. Потому что те, кто выжили, изменились. Руби, таких, как ты, очень мало. Ты одна из самых сильных. Мы отправляемся туда, где дети могут спокойно жить вместе. Нам не поможет никто, кроме нас самих. Что бы ни было, не останавливайся! Для их и вашей безопасности, пожалуйста, передайте нам ваших детей. Я знаю, что ты что-то скрываешь. Но и правильно делаешь. Я не хотела, чтобы ты боялся меня. Чем больше я пытаюсь контролировать это, тем больше вреда приношу. Я научу вас применять свою силу так, как нужно.